Всем добра, с вами я, Александр, это канал Алекс Реакшн, и сегодня я нахожусь на работе и вижу, приходит сообщение о том, что на канале Шамана выходит новое видео. Соответственно, приезжаю я домой, смотрю это видео и думаю, надо же, конечно же, сесть и записать видео, это сделать небольшую реакцию по нему, ну и, соответственно, поделиться с вами. Но я думаю, что тоже ваша реакция не заставит долго ждать, вы тоже напишите комментарии, ну и, соответственно, все-все-все, все свои эмоции выплесните как раз в комментариях, я почитаю и буду очень счастлив. Я всегда счастлив, когда вы пишете комментарии, и чем больше, соответственно, тем больше мое счастье. Я понимаю, что вы смотрите канал Alexis Reaction, да, и поддерживаете мое творчество. Я не буду, наверное, долго затягивать, очень не терпится вместе с вами послушать, так как я и сказал, что я уже без вас, в принципе, послушал пару раз, и готова теперь уже поделиться своими эмоциями с вами. Но только после того, как мы вместе еще раз послушаем. Слушаем. Кто сказал, что в мире любовь умерла? Что нет чести и правда сгорела дотла? Даже если творится вокруг один ад, я не сдамся вперед и ни шагу назад. Каждый день мне в сердце стреляет больней, но эти раны делают только сильней. Я вернусь с победы обратно домой, я вернусь, чтобы остаться с тобой. Это мой бой, до последнего вдоха мой бой. Сказал, что звезды погасли давно, что нет дружбы и деньги важнее всего. Даже если огонь превращается в лед, стиснув зубы, скажу себе только вперед. Каждый день мне в сердце стреляет больней, но эти раны делают только сильнее. И я слышу, как вторят со мною сердца. Я русский, я иду до конца. Это мой бой, до последнего вдоха мой бой. Последнего вдоха мой бой, даже если плохо мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой. Очень сильное мотивационное видео, очень хорошее, очень качественное, очень хороший голос, очень хороший звук, хорошее исполнение в поддержку наших всех служащих, всех, кто сейчас на спецоперации, все, кто служит, все на каких-то заданиях или еще что-то, медработники, которые тоже сейчас там. Для всех, всем посвящается эта композиция, и это очень хорошая поддержка, хорошая мотивация. Вот, также там возвращайте все живые, я присоединяюсь к этому, и, соответственно, все, кто сейчас именно там, желаю, чтобы все было прошло гладко, все прошло быстро, и всех ждем с возвращением. Что еще можно ответить и сказать по этому? Грустные, на самом деле, видео, всегда вот такие песни, они действительно грустные, потому что все это постоянная борьба с собой, постоянная борьба выжить, постоянная борьба, но тем не менее, я думаю, что все будет хорошо, скоро это все безумие закончится, и все ждем вас возвращением. Более я даже не знаю, что говорить, но по поводу самого исполнения, давайте еще раз вернемся, скажем, исполнение хорошее, голос хороший, все качественно, все классно, Шаман, как всегда, исполнил на отлично, все очень-очень замечательно, очень хорошо. Но ликовать я не буду здесь, прям уж кричать вау и все такое прочее. К Шаману никаких придирок нет.
Просто сама композиция довольно-таки очень грустная на самом деле. Очень грустная, но хорошо, что все, я думаю, что вернутся, и будем надеяться на это. Ну, будем, как говорится, молиться и верить в это. Больше у нас ничего не остается, на самом деле. Также и немножко я все-таки с работы пришел, устал от вас все-таки, наверное, больше сейчас. Я буду надеяться, что речи, все, что вы думаете, напишите свои комментарии. Я надеюсь, будут только адекватные, нормальные, хорошие комментарии. Все, что будут негативные комментарии, я, конечно же, буду смотреть и буду их удалять. Поэтому можете даже не писать, все, кто хочет какой-то негатив написать. Они просто удалятся, ну и, соответственно, аккаунт закрою ваш, забаню. То есть более вы не сможете ничего писать своего аккаунта. Поэтому только позитивные и хорошие комментарии принимаются. Поэтому в следующий раз, когда пишете, всегда подумайте наперед, что вы пишете. Пойду я, наверное, дальше расстраиваться. Также буду, наверное, сейчас отдыхать и еще раз послушаю, на самом деле, эту композицию. У меня, наверное, на сегодня это все. В следующий раз мы встретимся с вами уже где-то, наверное, в другой композиции, более веселой, более интересной. Может быть, что-то кому-то будет. Здесь более грустная тематика, все-таки спецоперации и тому подобное. И поэтому не каждому это близко, но именно псевдоним «Шаман» всегда мотивирует на всякие подвиги и на все хорошее, на все позитивное. Потому что, несмотря на вот это все, что творится безумие, всегда мотивируют, что все будет хорошо. На сегодня это все. Вам огромнейшее спасибо за просмотр. Буду ждать с нетерпением, чтобы выложить еще видео в ближайшее время для вас. Ну и, соответственно, от вас тоже реакции, комментарии оставляйте, пишите. И давайте все поддержим. Так как и шамана поддержим. Ну, помимо меня, понятно. Можете поддерживать, не поддерживать. Все, кто смотрит, я уже понимаю, что вы уже поддерживаете меня. Но хорошие комментарии оставьте, соответственно, нашему дорогому шаману. Ну и, соответственно, все эти, кто сейчас слушает, тоже оставляйте комментарии, пишите. Возможно, кто-то зайдет и кто-то почитает, кто-то посмотрит. Пишите. На сегодня все. Всем позитивчика, всем всего хорошего. Надеемся на самое лучшее, на самое светлое, на самое доброе. Всем пока-пока. Только сильнее, и я слышу, как вторят со мной сердца. Я русский, я иду до конца. Это мой бой, до последнего вдоха. Мой бой, даже если плохо. Мой бой, пока не гаснет огонь. Бьется сердце, и я живой. Это мой бой, прожигает строчка. Мой бой, до конца и точка. Мой бой, пока не гаснет огонь. Бьется сердце, и я живой. Последнего вдоха мой бой, даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.